Всем доброе утро! У нас сегодня воскресенье, 23 февраля. Саша еще спит, а мы уже давно встали. Папа уже съездил за углем. Будем делать барбекю. Сегодня вроде намечается хороший денек. Так что оставайтесь с нами. Сегодня родился наш сынок, Сашенька. Сашенька родился 23 февраля в 9:20. Рожала его, мы рожали с мужем 23 часа, 23-го, 23 часа. И назвали его Саша Валерий Анатоль. Саша... Выбрали мы такое красивое имя. Валерий – это был мой папа, имя папы. И Анатоль – имя моего дедушки. Но во Франции мы его зовем Саша. Сашуня наш. И все вы его знаете. Открыла его тетрадку по здоровью. Представляете, с годами вот забываешь, память теряется к старости. Шучу. Посмотреть. Точный вес, точный рост. Она такая при рождении дает тетрадку. Нейсанс рождения. 23-го, клиник Муссо, Иври. И вот он был 4 килограмма 70 грамм. Голова 36 сантиметров. Обхват. И размер 51,5 сантиметров. Вот. Так, и зачайки, разные параметры. Так, вот Сашуня наш. А он спит, наверное, еще. Сегодня 3 года. Из малыша во Франции превращается в мальчика. 36 месяцев, это уже больше не малыш. Вот посмотрите, как он спит у нас. У мамы с папой. Вот такая у нас кровать. У кого день рождения сегодня? Сыночка, золото. Bon anniversaire. Троасан, 3 годика. Сынуля, bon anniversaire, mon joli. Grand garçon. La fête. Саня, праздник. Les amis, готово. Кадо. Привет. Кто родился? Мамино счастье. Папино счастье. Пути курносик, носик. Носик-корносик. Нет. В 3 года нет. Соски больше нет. Нет? Тата поздравляет. Тетя Лена. Скажи мерси, Сань. Скажи спасибо. Осторожно. Скажи, viens. Viens faire la fête. Сань, зови в гости. Скажи, приезжай, viens, а вы Владислав. Viens, et bisous. О, лежит, улыбается. Девчонки, я оделась, одела мое платье, я вам его уже показывала, пока одела свои слипоны, потому что ходим в сад, относим туда блюда, аперитив, и сейчас пойду одевать Сашу. Это платье, еще раз повторяю, от Испри, простой стиль Миссони или Миссони. Мне оно очень нравится, такое ненавязчивое, удобное. Можно и со спортивными потом носить обувью, и с каблучками, будет разный аутфит. В общем, спасибо за поздравление, иду Сашу одевать. У нас приготовление, вот такой огромный трамполин. Саша доволен. Ты контент, Шеди? О. Да, сейчас пойдем одеваться
и делаем аперитив на улице. Прохладно, но не страшно. Смотрите на именинника красавца. Какой красивый мальчик. Ты не хочешь показываться? Рубашка, пиджак, кроссовки, да, мама ему купила вчера. Тимок, ты баскет? Уля-ля, какой ты бу. Это порти или кадоля? Для кого? Да? Вот мальчишки не хотят позировать. Здесь у нас стол для аперитива, всякие закуски. Это авокадо с лососем, огурцы с креветками и с лососем, с помидорками, тунец, овощи, чипсы из овощей тоже. В общем, здесь будем аперитив делать, а потом пойдем в дом. Всем приятного аппетита! Дедушка пришел, и Санька лопает уже не может. Проголодался уже час. Папа делает барбекю. Алло, папа, trois ans? Ça passe vite? Ba oui. И папа сидит, папа, нелегко, говорит, иногда, но такое счастье большое. Мы делаем барбекю. Ням-ням-ням. Вкусняшка. Я encore? Oh, t'as déjà fait? T'as fait des brochettes? Des chachas? Ah, c'est parti. C'est pas grave, mets-le là. Là. T'as quel âge? Сколько тебе лет? Баба дедушка спрашивает, ты будешь есть? Венсан придет, и тульмонд вы. Все, гости приехали. Ку-ку, да! Вот так веселимся. Si vous pas, ça va pas décrocher, j'espère, non? Ça va pas.
Нет, вы там. Любовь, возьми суфли. Браво! Ну да, Вася.